Слушай, это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить. Только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Ну, я пошел. Ага, пока. Только серебро. Золото мне не идет. Мог бы это запомнить. У тебя есть какая-нибудь одежда, кроме черной и белой? Белье. Мои флаконы. Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Я тут подумал, может, Цири подождет еще немного. Это не педагогично и неразумно. Пойду лучше к Цири. Я искупаюсь, сделаю макияж, а ты как раз позанимаешься и вернешься. Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом. А ты их так много знал? Не все ли равно? С каждой я всегда думал только о тебе. Лера, отличный у нас все-таки перевал.
Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъем, мастер. Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гули и Альгули. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешние глупости. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему. За это ты ее и любишь. Ну ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. Чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей! Цири, ты не в цирке. Пируэт? Нет, ноги. Хватит, слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака, может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну! Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ай, прости, я все поняла. Больше не повторится. Очень надеюсь. Весемир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней с солью. Фу! Вот-вот. Так что веди себя хорошо. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Не сейчас. Не стоит заставлять Весемира ждать, поверь мне. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы Гуля от Альгуля отличать. По отметинам, яко же у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Не используй преимущество при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Весемир говорил.
Ты способная ученица. Не слишком послушная, зато способная. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Давай сразу к спаррингу. Обойдемся как-нибудь без повторения. Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири. Будешь чистить все мечи до последнего. Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Все началось в комнате для гостей в Каэр Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Рис. Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Найдем. Меня не это беспокоит. Ты же видел ее следы. Она несется, сломя голову по прямой, не разбирая дороги по полям битв и по разоренным краям. Куда-то она спешит или бежит от чего-то. В любом случае, надо думать, у нее неприятности. Я бы удивился, если бы у нее не было неприятностей. Она вечно сует свой нос во всякие осиные гнезда. Тут придворные интриги, там чародейские заговоры. Чего ты ждал? Не знаю. Мне как-то казалось, что когда мы наконец снова встретимся, все будет поспокойнее. Хотя бы какое-то время. Поспокойнее? С Йеннифер? Мечтай, мечтай. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее. Но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири, а я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон.
том-то и дело, что не только. Каждый раз, когда Цири мне снилось, что-то было не так. Что-то ей угрожало. Мы научили ее защищаться. И от призраков тоже. Сейчас рассветет, пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать? Нам надо встретиться как можно скорее. Вербицы увы зимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Чучело единорога. Мы использовали его пару раз. В определенных ситуациях. Ха, чего молодежь только не выдумала. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. След свежий. Только вот ведет он на большак, а там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Гули. Ну что, паскуда? За ним по пятам идут трупоеды. Идем, пока новые не набежали. Птичий череп в черном кристалле. Что-то мне подсказывает, что он принадлежит Йен. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А он знал, что живых они тоже едят? Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию.
Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерии, ни Кайдвена больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить, а то жить не хочется. Но! Давай! На помощь! Помогите! Улетел? Да, вылезай. О, боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вы... вам надо думать, вознаграждение полагается. Ты нам ничего не должен. Ты попал в беду, мы тебе помогли. А говорят, что у ведьмаков сердца нету. Мол, они бесплаты и пальцем не шевельнут. А еще говорят, будто мыши из гнилой соломы родятся. Как там след? Как я и говорил, доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так, может, чего и узнаете? И вот еще что. Хозяйкой там моя двоюродная сестра. Скажите, что Брам вас послал, так она вас примет как родных. Неплохая идея. Тем более тебе рану нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный, прямо из погребка. Так едем. Теперь помедленнее. Значит, грифон так близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. В лесу, в горах, да, но здесь, у большака. Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, паленой плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В Белом саду надо быть поосторожнее. И как только что-нибудь узнаем, сразу поедем дальше. Получил горбушку хлеба. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал, мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. Ну, все. Машинки отрубили. Было такое. Сколько ложу?
Сними это, пока не поздно. Это, между прочим, герб. Темерские лилии. Пускай висят. У нас уже не Темерия, дед, а Нильфгард. Да не в жизнь! Я с выродками не пью. Прошу прощения за этих пьянчуг. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Встретил я твоего родича, Брана. Брама? Что с ним? Живой. Передает привет. Судари-ведьмаки, еда и питье за мой счет. Чего изволите? Оживленно тут у вас. Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо, выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. А денег-то дают за грифона? Пока нет. Раньше, если такое чудище в округе гнездо совьет, староста на награду в складчину собирал. Или ехал господину просить помощи. А теперь староста даже в нужник без согласия черных не ходит. А господина, кажется, повесили. Вот и нет на него заказа. Жалко. Мы бы помогли, только не за даром. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из Вербиц. И знаю, что это звучит глупо, но пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да, ее не забудешь. Может, кто другой вам подскажет? Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Покажи, что у тебя есть.
Спасибо за все. Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Слышал? Черные уже поля меряют. Да и пускай меряют. Лишь бы хлеб не жгли. Ой, Драмил, Драмил. Дурной ты, как петух без головы. По что? Межи проводят, а? Чтобы отчизну нашу на делянке порезать и своим раздать. Еще раз. В игре 4 фракции. Чего? Фракции, команды, масти. Что-то вроде пики и червы, только у каждого цвета. Фигуры и еще особые карты. Может, лучше войну сыграем? А то, покуда вы мне эту свою игру изложите, уже стемнеет.